Бельгия, Брюссель. Не знаю, получится ли запись, диск опять какой-то непонятный. Мы опять куда-то идем, на Гран-Пляс, что ли. Папа здесь ходит. Гран-Пляс? Да, это Гран-Пляс. И это статуэс. Гран-Пляс. Здесь нет. The Brewery Museum. Я фан яр в датах в суэдресе. Говорит, хоть вторую русскую жену, 30-летнюю. Я? Окей. Зачем? Але салюи. Такие районы в Брюсселе жуткие, там такая вообще пустые дома, но они строят много современных, модерных, как вот на Норд-стадионе. Station is dan de vuile wijken waar dat de prostitutie zit. Wat is dan een beetje verder? Да, то есть эта сторона вся современная. А за этими, там старые районы.
Das Hofkantor von BNP Paribas, wo das Dennis werkt, alle. Ah. Dennis werkt in Antwerpen, aber das ist hier eigentlich das Hofkantor von der Werkgever von Dennis. Also. Paradise for women, hell for men. Hell for men. Они разговаривают на одном языке, но совершенно разные нации. И какой-то диссидент организовал спектакль. Там были, да? На Груте Марте, да, это Гементы. Камелия. Ну. Видишь все эти башни, вот и все в этой руке. Я уже забыл.
парламент. Какой-то парк. Привет. Женщина с грудями? Я еще посмотрел на там какой-то выступ. Она за решеткой же. Спрятали ее. Yeah.